Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на предмет гей-пропаганды. В службе не исключили проверок самого мероприятия на предмет соответствия нормам действующего законодательства. Однако этот вопрос находится в компетенции других ведомств. Роскомнадзор планирует проверить трансляцию музыкальной премии Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом заявил представитель Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией премии на предмет нарушений действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщили в пресс-службе ведомства. Я тоже не в восторге от появления некоторых представителей на красной дорожке. Будем надеяться, что разберутся. Подписывайтесь на мой канал и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране.